сегодня вы увидите. Да ладно! Ну ж бабочка! Короче, слушай, планируют ввести еще базуку, которая будет взрывать пол карты. Спасибо за гауду. Подожди, в смысле, а как ты меня обманул? Всем привет, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня я затроллю одного школьника и скажу ему, как будто добавили новый нож-бабочку, и мы посмотрим на его реакцию. Я уверен, что это будет весело, поэтому, ребятки, пожалуйста, поставьте огромный лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, а мы начинаем. Алло, малой, привет. Привет. Чё ты мне в ВК писал по поводу ножа? Да хотел поинтересоваться, на самом деле, есть ли он у тебя или нет. Ну, а ты как думаешь? Конечно, есть, еще не веришь? Да, откуда он у тебя может быть? Ну давай я тебе сейчас скину скриншот в ВК. Хочешь? Ну давай. Стояли стандартные скины в Standoff 2. Хочешь себе топовый инвентарь, но кошелек невелик? Тогда заходи на steadydrop.ru, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай лучшие скины от 10 рублей. Гарантированная доставка, удобные способы пополнения и, безусловно, прозрачный дроп. Открывай с удовольствием на steadydrop.ru. А промокод Кент умножает сумму в 2 раза. Ссылка в описании. Что-то интересно, интересно. Так, ща. Так, так. Ага, все. Все. Смотри. Проверяю. Проверяю. Ой, стоп. Да ладно! Ну ж бабочка! Обалдеть! Откуда она у тебя? Ну, братан. Я тоже хочу тебе такую. Ну, дай мне. Ну, дай поиграть. Давай так. Мы с тобой сыграем до 5 на карте Sandstone, только боитёмка. Если ты меня выиграешь, то я тебе подарю этот нож, окей? Окей, давай. Ну что, поехали тогда? О, а ну-ка, стой, я сзади. А покажи-ка, пожалуйста, нож бабочку. Блин, ну смотри, просто нож бабочка, он классный, но чтобы меня не полили другие игроки, я обычно хожу с керамбит голд. Поэтому видишь, вот керамбит голд есть, но нож бабочку после этой каточки, если что, я тебе передам, если ты меня, конечно, выиграешь. Надеюсь, ты победишь. Ты хорошо играешь в стендофф? Конечно. Опа. Ах ты. Ну чё, давай. Играем до 5, только Б и Тёмка. Если ты меня победишь, то считай нож бабочка твой. Так, ну чё, первый раунд, поехали, Б и Тёмка играем. Ровно до 5. Давай. Кто победит, тот сильнейший. А еще будет по обновлениям? Короче, слушай, планируют ввести еще базуку, которая будет взрывать пол карты. Да ладно, базуку? Да ну прикинь, как классно, тупо стрельнул, и оп, и все противники сдохли. Оп, привет, привет, привет. Ого! Оп! Ого, ну слушай, ну неплохо, вот неплохо. Это да. Так, а что будет еще? Мне там друг говорил, что добавить назад зону 9. Короче, братан, не-не-не, планирую добавить еще зомби выживание, прикинь, будут зомби бегать по Сэндстону, вот это будет пушка, да? Офигеть, вот это что-то новенькое. Да я сам в шоке, там будет, короче, у зомби 100 тысяч хп, представь. Это сколько надо будет стрелять, чтобы его убить? Ну, короче, там надо будет стрелять где-то полчаса ему ровно в голову, понял? Тогда только он умрет. Я думаю, нормально, да? Да, только. Планирую добавить еще ядерную бомбу, понял? Это будут кидать, и тупо будут все игроки на карте умирать, прикинь. Пушка. О, это сколько она стоить будет? Ну, она будет стоить ровно 10 тысяч долларов, то есть все деньги. Но это будет весело. Ой, это долго же надо будет собирать. Ну да, да. А ты как думал? Так, ну что, ты где? Чуть я тебя вообще не вижу. Ты на Б? Ну давай. Надеюсь, ты готов уже умирать. Ох ты! Как? ВХ! Не, а им! Не-не, братан, просто смотри, у меня АКР с лазером. Просто понял? У меня такой невидимый красный лазер, и он прям в голову направляет. Поэтому... Ух ты! А можно мне с таким? Побегать? Просто побегать! Ну я не знаю, не знаю. Но честно, это просто секретные разработки, поэтому, скорее всего, тебе нельзя. Тебе нельзя. А, жаль. А что будет по... еще? Там говорил мне друг, что будет несколько еще скинов. На ножик. Ах ты, крыса! Чё тебе друг дезинфу дал, братан? Короче, планирую добавить... Да, планирую тебе добавить... Планирую добавить скины на ядерную бомбу, прикинь. Короче, Пол, будет кейс с скинами на ядерную бомбу. И сколько он будет стоить? Кейс будет стоить 1000 голды. Ну, прикинь, ну это ядерная бомба, это ж пушка, согласен? Ну, как бы да, но как бы... Будешь использовать в игре? Да.
Конечно, всех буду разносить. Ого. Ой, здравствуйте, здравствуйте. Давай, давай. О, фу. Ай, да как? Братан, ну это лазер, я тебе говорю, у меня невидимый лазер. Читер. Он прям в голову направляет. Читер. Так, ну чё, 4-1, последний раунд, и по всей видимости... Да ты кидок, ты ничего не дашь, ты все обманываешь, ты кидок. Да, кто верю, тут кидок? Верю. Кто кидок? Опа. Да как? ВХ! АИМ! Не, братан. Это 100%, так нельзя убить! Ты какой-то читер! Братан, короче, все. Ты проиграл, и у меня есть для тебя один небольшой секретик. В общем, на самом деле, никакого ножа бабочки нету, и это был, ну, такой небольшой пранк на YouTube. Надеюсь, да ты как не так? Ах ты даун тупой! Зачем я с тобой играл? Я просто потерял время, зря! Давай, короче, смотри, давай так, чтобы тебе было не так обидно, я тебе подарю твой любимый скин. Какой твой любимый скин? Эмка Некромантер. М-ка Некромансер? Ну, окей. Выставляй, я куплю. Погнали на торговую площадку. Окей. Так, ну что, я тебя нашел, я уже, в принципе, готов покупать. Так, давай, давай, давай. У тебя аватарочка волк в треугольнике, правильно? Да-да-да. Давай, все, я купил. Ха, я тебя обманул. Все, давай пока. Давай, пока, братишка, давай. Спасибо за голду. Подожди, в смысле, а как ты меня обманул? Чё-то странный школьник. Ну ладно, ребят. Обманул кинда, так обманул. В принципе, 110 голды для меня это ерунда. Так, ну что ж, мои уважаемые подписчики, пожалуйста, поставьте огромный лайк, подпишитесь на канал Кента ПК и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.